Филигранно, интересно, необыкновенно появилась надпись «Последний шанс купить». Да, это именно так, потому что это платье разлетается. Вы выбираете это платье, конечно, ведь цена сегодня просто потрясающая. 1790 рублей. Нигде больше не будет такой возможности приобрести потрясающее платье, элегантное, по такой цене. Два цвета у нас сегодня присутствуют на нашей вешалке. Вот такой интересный синий с фиолетовыми нотками. А Алена демонстрирует серый вариант. Бежевый, да, бежево-синий даже у нас такой. Слушай, можно заблудиться, потому что везде присутствует на самом деле у нас и бежевые, и серые нотки. Можно, в принципе, сказать, что это мультиколор. Но вот здесь у нас в одном варианте присутствует больше бежево, в другом присутствует больше синего. Ориентируемся по деталям. Ориентируемся по деталям. Но дело в том, что они настолько взаимозаменяемы, поэтому если вдруг кому-то не достался один из представленных цветов, они на самом деле похожи, ведь отличаются они буквально на полтона. Тут играют нотки чуть-чуть больше фиолетового и синего, по-другому можно назвать, в одном платье и бежевого в другом. Но тем не менее, и тот, и другой вариант. Последний шанс купить по такой цене, которую мы видим сегодня. Именно. Ты знаешь, Марат, и наши уважаемые модницы, конечно же, покупают прямо сейчас, потому что мне поступила последняя информация из колл-центра, что в колл-центре ажиотаж. Вы звоните, выбираете, заказывайте свой размер. Как угадать с размером? Мы сейчас представили вам те размеры, которые есть в наличии. Размеры, которые перечеркнуты, уже закончились. У вас еще есть возможность приобрести свой размер. Допустим, ваш размер 66. Смело звоните, заказывайте. Ого. Из 50-го. А размеры-то у нас таковы. Ого-го. А есть. Я считаю, что вот крайние-то размеры вообще крайне редки. Но давайте вернемся к крою нашего необыкновенного платья. Не выдержал и бегу к нашей Алене. Дело в том, что у нас не просто платье. Это платье можно назвать такой полувалан. Полубаллон такой. Почему? Потому что по подолу нашего платья присутствует вот такая кулиска. Мы можем собрать наше платье и таким образом создать вот такой интересный объем в зоне бедер. Чем это хорошо? Во-первых, это мода. Тоже это французская школа. Вот прям как про живопись говорю, да? Вот французская школа живописи. Здесь тоже это присутствует. Это крайне важно, особенно при нашем богатом размерном ряде. Но при этом не нужно бояться, что вы каким-то образом увеличите вашу фигуру. Потому что, опять, я напоминаю вам, когда используется вот стиль баллона такого или что чего-то объемного, как у нас в предыдущей платье было, объемы забирает объемы с вашей фигуры. Тем более здесь присутствует правильно направленная клетка, которая структурирует фигуру. У нас есть вточные карманы, которые тоже обыгрывают из зоны бедра и расправляют грудную клетку, если вы кладете в руки карманы. Ну и, конечно, идеальным решением, я считаю, это наличие оригинального ворота хомут и присутствие галстука такого, который у нас повторяется, кстати, еще и на наших манжетах. Вот, Лен, согласись, это редкое решение, это удачное решение. Да, вот время. Не зря говорят, что бог в деталях. Обратите внимание, какие интересные здесь детали. И воротник хомут — это безусловный выбор женщины-модниц, потому что мы, женщины, обожаем вот такой вот воротник. Он придает пикантности, с ним удобно. И, конечно, вот все эти детали, мы не можем оторвать от них взгляда. Но нужно всего лишь одно ваше движение руки, и это платье уже будет лететь к вам. 85-293, номер этого лота. Прямо сейчас не ждите, пока кто-то вас опередит. Звоните нам по бесплатному номеру телефона. Осталось всего 1 минута презентации этого платья. И всего 45 моделей. Не упустите такую возможность, ведь платье просто потрясающее. А я хочу успеть, сколь у нас осталось совсем немного времени, сделать небольшой обмер, потому что у нас присутствуют редкие размеры. Эх, не дают мне померить на наше платье. Тем не менее, я выбегу сейчас к нашей Алене и все-таки сделаю это. Почему? Потому что у нас присутствуют редкие размеры, и некоторые девочки начинают сомневаться, а подойдет ли, а прикроет ли, а прикроет. Вот Лена сейчас выбрала, Алена выбрала 50-й размер. И посмотри, у нас здесь, получается, я под камеру покажу, вот у нас полноценный 101 сантиметр здесь присутствует. Вот они, наши сантиметры. Слушай, то, смотри, при наших гигантских размерах, такие большие, которые редкие существуют, мы спокойно можем прикрыть все, что нам нужно прикрыть, обозначить только все изящно. Только у нас есть такие размеры. По 66-й есть размер этого платья. Заказывайте свой размер.